Наконец-то боевая арена. Всем привет. С вами, как всегда, я, Станислав Неплс. И, конечно, вы видите эту надпись «Боевая арена». Ну, это уже некоторые видели, просто я в то время играл в Fortnite. Не мог заснять ничего про Plants vs. Zombies. Ну и вот я снимаю. Правда, жаль, что не та боевая арена, которую вы помните. Мои видео помните, где с каким-то игроком побеждал 4 игроков на боевой арене. К сожалению, это не та боевая арена, которая на радужные звезды. Нет, она на радужные звезды, но не на ранге. Мне та боевая арена больше нравится. Ну ладно, давайте в нее все-таки сыграем, потому что я по этому режиму очень сильно соскучился. По идее, она не должна искать так долго, как когда на ранге. Почему? Когда на ранге, она очень долго ищется. И очень долго ищет матч. А, это вторая карта была, блин. Странно, что третья или четвертая еще никакой не сделали. Блин, еще игроков нужно ждать. На самом деле, это очень скучно. Я даже не знаю уже за кого. Так как много персонажей у меня уже прокачано. А, все. Отлично. Очень быстро мы начали матч на самом деле. Точнее, игроков. Давайте я подсуну хамбуту, хочу на меня прокачать. Ну какая разница все равно. Капец, как я соскучился по этому режиму. Если вы соскучились, у вас лайк. И подписка, если вы еще не подписались. Пожалуйста. А мы начинаем. Так, нужно сначала всем дополнительное здоровье дать. За что я себе его не могу дать? Кукурузка. Идем. Где... Что-то, мне кажется, это кукуруза нубик почему-то. Потому что у нее какой-то первоначальный скин, находит он как-то странно. Ой, не на ту кнопку. Дуб, нужно его подлечить. Не ужатого, конечно, от управления. Потому что все это время играл в Fortnite, и ужатого от управления Panzers Zombies. Вот, совсем. У нас люди. Блин, надо привыкать к управлению, простите, что так играю. Я зомби, да, ничего. А чё не надо меня шмалять? Так, ну, тебя втекилы почти. Говяжий рулет. Это он зомби так назвал, правильно? Хотя кукурузка не такой уж и нубик, мне кажется. Или, не знаю, может зомби, но таки, я не знаю. С этими игроками я никогда не играл. Все, вижу. Отлично, они обходят их. Блин, я реально уже разучился немножко. Правильно? Нормально, не могу попасть. Вместе его теперь нужно. В конце я куплю жест листа пожатия на Гархастера.
потому что радужных звезд у меня хватает, а грохострел — это самое любимое растение. Ну и чемпер еще, зубастик еще. Помоги. Бородатый им. Точнее, усатый. Говяжий рулет. Знаешь, что сейчас станет грибным рулетом? Конечно, такого нет, но я могу такое сделать из тебя. Или ты хочешь просто говяжий рулет? Ё-моё! Дурацкий тяжеловес этот. Ладно. Бросай на удачу. Ничего. Да блин. Неужели мы сейчас проиграем? Это будет, конечно... Я реально разучился играть. Простите меня. Да все равно уже не победит. Все, наконец. Давайте, не знаю, кого. Цитрон. Цитрон — это очень хороший на самом деле персонаж, если им научиться играть. На самом деле, братуха скилл мне это обещал присоединиться, он так и не присоединился ко мне. Надеюсь, подсолнух, ты дашь нам дополнительное здоровье? Не, а мне? Окей. С Атроном таким не должен разучиться играть. Вот так вот. Ё-моё, это вот плохо. Ага, давай, давай. Так. Ё-моё! Что-то я реально как-то тупанул в этот раз. Вообще прям разучился играть. Если вы сейчас сторона, то все проиграть, я, конечно, буду удивлен. Уже было, наверное, мне немножко еще поиграть, научиться снова играть в эту игру и потом уже начать в эту игру играть. Кто-то еще умер. На самом деле, космическую станцию очень легко победить. Мне только тактика нужна. Даже астронавты, мне кажется, труднее победить, чем... Ага, вот я про это говорю. Этот вообще любит во всех шмалять он. Решающее очко. Ну, вы знаете, кого же я выберу. Или Горохострела, или... Давайте Горохострел все-таки. Наверное, это, конечно, не самое лучшее видео про боевую арену. Ну ладно, я просто снимаю для того, чтобы вы не забывали, что я вообще играю в Фарсерсу Зомбис, и чтобы у вас были воспоминания еще о боевой арене больше, чем я снимал. Ты ведешь, кто веду? Окей. Кто там? Одного раз-таки загасил. Отлично. Вот поэтому это и мой любимый персонаж. А сейчас прям. Легкая победа.
Я и не таких побеждал. И не так побеждал. Как вы знаете, если вы смотрели мои видео про боевую арену, если не смотрели, то посмотрите, они очень интересные и прикольные. На самом деле рекомендую. Я еще не на пьедестале, что за бред такой? Я что, мало кого что ли убивал? Да ладно, блин. Там вы походу все соединились. В общем, там вообще еще лучше ранги были, чем мои команды. Я не знаю. Кому-то врезали. Шабаш-шабаш. Главное, чтоб я не играл против команд, с которых я играл. Я, конечно, их не боюсь, но все равно. Я бы не знаю, кого это. Думаю, вот это вот, братан, нормально будет. Слушайте, а что, все отсоединились прям? Похоже на то. Если вдруг это будет долго, то вы можете перекрутить, потому что это может быть очень долго. Может мне вообще выйти, я не знаю, беспечный парк. Мне кажется, стоит выйти в беспечный парк. Это первая карта. Что-то я в последнее время заметил только вторую карту. Всегда. На вторую карту тебя всегда высаживают, на первую уже не высаживают. Почему-то боевая арена. Если вы олд, то вы знаете, что это не первая карта боевой арены. Если вы олд, конечно. Ну или если вы смотрели видео что-нибудь, я не знаю. Думаю, вы знаете, конечно. Невидимая граната. Жаль, что этим жестом никого нельзя убить. Было бы прикольно бы. Два устара и два солдата. Ну, включая меня. Можем больше не считать одного солдата. Два устара и один солдат, в общем. Это будет там где-то бесконечность, мне кажется. Отлично, вонючий облако бросает. Отлично. Я понимаю, прям хорошо, что? Сейчас, блин. Интересно, как? Ё-моё, а чё мы так? Эй! Ага.
Давай, давай, куда ты там свалишь? Ай, да ё-моё, ну как же так? На самом деле, трики у вас сделал я. Я не понимаю, что другие так облажались-то. А еще один отсоединился. А, ну это тот, который стоял как раз. По идее, эту команду можно победить. Правда, вот это что тут подсолнух еще есть. А, ну у нас теперь бот. Ну, это уже понятное дело, что у нас бот. Вот. А, мы делаем. А, вот мы хотим. Давай. Слушай, ты не хочешь меня случайно подлечить? Понятно. Да ладно, что я попадаю. Пехотинец кого-то даже загасил. Отлично. Ну все, у него нету шансов, да? Наверное, нету шансов. Если, конечно, все не протупят ему жестко. Слушай, ты в один бы не ходил бы, чувак. Чувак. Ё-моё, ну чё такое-то? Ага, театр. Самый хитрый, что мы скрестили. Этот вообще прыгает. Отлично. Зачем ты стреляешь уже? Нужно было до этого стрелять. Правда, из них-то никто не отсоединяется. Блин, я забыл улучшение нормальное поставить. Я там для одной схватки только поставил. Блин, не те улучшения, конечно, на самом деле. Я даже не знаю, сможем ли мы или не сможем. Это вот точная шляпка. Легко. Да, я забыл улучшение на замороженного нику поставить. Ё-моё. Чёрт. Да, я... Это как-то столько, если со снайперки, если он очень меткий только. Меня может снять. А если сблизи, он меня никогда не снимет, да? Наверное. Я подожду, пока он пойдет на точку. Черт! Нет, я лжанулся! Капец, я лжанулся! Ё-моё, ну как так-то? Я думаю, я бесенка выберу.
Да, конечно, я ложанулся очень сильно. Зачем-то вы все это бесенка выбрали-то? А что бы свои интересно, бы кто-нибудь был? Чего нового кто-нибудь был? Что такое? Смешная эмоция. Опять пехотинец, опять бот пехотинец. И нифига вы бросаете эту гравитационную бомбу, она же так называется, да? Нужно мне где-нибудь спрятаться, чтобы потом за зимой всех убить. Постараться, по крайней мере. Аккуратненько. Без резких движений. Так как так-то? Отличненько. Вызываем зимека. Ё-моё, ну как вот так, а? Нубики, нубики. Надо было нарываться, не надо было. Что смотришь? Что не смотришь? Ну, молодец, ты еще отсоединился, ну нифига, блин. Валю. Можно теперь валить. Ё-моё, только не вот это. Только не, когда он это прыгает против All-Star, это очень... Ё-моё, опять все умерли. Ой, блин, ну и команда, конечно, мне попалась. Херанги-то. Понятно, что у нас два бойка есть. Да, ранги как-то, да? Мало того, что еще два бота, блин. Конечно, очень много раз повторяю слово, блин. А пока. Да, сдох. Он умер. Да ё-моё. Нет, ну как вы так-то? Пожалуйста, не проиграйте.
Понятно. Понятно. Давайте, один орех остался. Вот, конечно, и вот такой вот нубик, это не особо красиво, но, блин, ну... Уж постараться-то нужно. Я не говорю про бота, ему стараться не нужно. Его программа есть. Капец, я про то и говорю. А вот тебе вот постараться нужно. Отлично. Да, гаси его, гаси. Чё-то вообще не очень. Сколько у него хотя бы там с него, да? Ай, опять. Это повторил слово. Нет, черт, ну ладно. По идее, мы нормально сыграли. Я точнее сыграл. Конечно, не хвалю себя, но то, что у меня команда нубиков была, это правда. Вот, думаю, еще один матч я видео закончу или уже на этом заканчивать. Вот, из них никто на пьедестале не в лучших. Ну, точнее, в лучших есть они, но не в истреблениях. Это уже доказывает, что я лучше всех сыграл. Просто у них была команда, у меня команды так и не было. Двое вообще отсоединились. Отлично. Думаю, что за кого мне попробовать. Ё-моё. Давайте за нижнюю шляпку все-таки. Танец тень. Тень. Танец тень буду называть. Я свое название придумал. Нубики, я же говорю. Опять. А, я думала, опять кто-то стоит. Ну-ка, посмотрим. Ём. Ух, ух, ух. Походу, этот матч тоже будет провальным, мне кажется. Посмотрите, какие в моей команде ранги, какие в чужой команде ранги. Уходим, уходим, уходим. Да. Каким образом он меня загасил? Как он меня увидел, блин? Давайте, чемпион, на вас вся надежда. На этого, я не знаю, мне кажется, на этого надеяться не стоит. Он даже просто того зомбаря прошел, который стоял. Ты что, издеваешься? Ладно, давайте лучше на этого посмотрим. Начо, походу, вообще нубик. Он вообще только начал играть в эту игру. Хотя он соединился у нас. Отлично. Да зачем ты так-то делаешь? О, слушай, ну капец. Я понимаю, что первый раунд, но не настолько же тупик нужно. Нужно хотя бы знать персонажа, прежде чем такие серьезные мэты. Мода вступать. Ну, не мода, а... Вы поняли? Режима вступать.
Потому что это реально, на самом деле, серьезный режим. Самый серьезный. Серьезнее даже захвата территорий. Или Team Vanquish. Просто два ранга там одинаковых. Походу максимальные ранги. Это я понимаю. Настоящие киберкотлеты. Да не иди ты туда! А, это бот, теперь понятно, чем он так делает. Опять я последний остался. Просто успокою. Это какой-то капец. Это невозможно. Я за дракошку, кстати, не играл. Так, давайте лучше за зубастика. Они даже, наверное, про меня думают, что я нуб. Попа подгорела, да? Не-не-не-не-не. А, у нас команда, у меня команда, только о которой нельзя мечтать. Остались женщины. Так, нужно войти хотя бы до сих пор. Все. Блин. Ну чё, этот ран тоже проигрышный, похоже. Урон 18 миллион какой-то. Да, тут шмаляют, кстати, шмаляют, он смотрит в глубину со всем сторону. Ты чё? То ли это какие-то дети играют, то ли реально какие-то нубы. Потому что нубиками мне их уже надоело называть. Это просто нубы, жестко нубы. Особенно вот этот Накто, блин. Может, он просто отсоединится, даже бота лучше рубится. Вот у них даже что там? Походу это решительный раунд, потому что вряд ли мы его выиграем. Как бы я ни старался бы там, но все равно завалят, они даже одного не смогут убить. Да вы что, издеваетесь? Вас издалека просто залезли. Это просто был капец. Вот они друг другу всегда на помощь идут. Иначе. Вы даже его можете не гасить, он да, вы можете его не гасить. Можно даже его просто не гасить, а дождаться, пока точка захвата будет. Он даже на нее просто не пойдет. Моя команда хуже ботов, хоть там и был один бот, но блин. Но все равно. О, блин, повторил. Ну ладно.
Ну ладно, вот какое-то такое у нас видео у меня получилось не очень понятно. Наверное, спросите, зачем я его записывала. Я повторяю просто, чтобы были воспоминания, потому что эти последние два матча, по крайней мере, не были сильно крутыми. Но все-таки воспоминания должны быть. Ладно, спасибо за просмотр, всем пока. Да, я знаю, сейчас вы уже подумали, а ты же нам обещал, ты же обещал купить этот жест. Да, я пошутил, а то я уже вижу, пока потянул дизлайку. Я его покупаю. Сейчас покажу, как на моем горохостреле в итоге выглядит. На моем горохостреле. Вот так вот как-то выглядит на моем горохостреле. Ну ладно. Но сейчас это настоящая концовка. Всем пока!